Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Gamslinger. Поехали. Держите так. Допустим. Здравствуй, партнер. Помоги мне прицелиться. Так, правая сторона для прицела. Класс. Ну, стреляйте. Так, нажмите на левую сторону для стрельбы. Слушайте, мне, наверное, придется здесь расставить кнопки. Попади по банке, приятель. Так, я бы с удовольствием, но давай я, наверное, вначале все-таки расставлю кнопочки. Ну что, давай попробуем попадать по банке. Да, из меня, конечно, стрелок. Еще тот. Бам! Молодец, стрелок Гамми. Приготовься к величию. Нажмите, чтобы продолжить. Так, здравствуйте, уровень 0.1. Чтобы стать лучшим стрелком Гамми, вам надо получить как можно больше звезд. Победите врагов и совершайте меткие выстрелы, чтобы собрать все звезды и награды. Следующая награда 150 монет. Давай получим звезды, приятель. Так, турнир случайный. Сражайтесь со стрелками Гамми со всего света. Турнир на 64 игрока, но останется лишь один. Упс. Револьвер. Турнир, 64 игрока, один победитель. Вы серьезно? На! Ах ты! Лежать, я тебе сказал. Ну, тут и оно, снеговик фигов. Захотел тут чего. Так, в турнире осталось 32 игрока. Ковбой. На! По ногам. Куда ты стреляешь? Прям в башню, ребята. А, это, оказывается, бот для практики. Поэтому мы с ними так легко исправляемся. 16 осталось. Опа. Чувак шутить не любит. На. Куда валяться, я тебе сказал. Ты бич. Слушай, ну пока все круто. Мой гамчик дает, как говорится, джазу. Вперед. На. Я уколован. Блин. Что он там еще? Ты прикинь, он еще гаденыш меня добивать решил там, а? Новая награда. То есть, получается, я проиграл, что ли? Нет, я получил 150 монет. Ага, следующая награда — стрельба в Кейо, Корале. То есть, это мне нужно выиграть. Ну что, погнали, ох ты. На тебе, добиваем его. Ангелочек фигов. Билли Кит. Так, этому Билли. Ага. Ой. Лежать. А что ты такой мощный-то? Парень. Хорош так баловать-то мне. Молодец, красавчик. Варвар это был какой-то. Так, 16 осталось. На. Ёк, макарёк. Тихо. Да почему... Сейчас я побубню, блин. Жалко, не могу его, ребят, никак наказать. Слушай, а что будет, если мы с тобой, например, заберем здесь все вот эти звезды? А? Как ты думаешь? Так, введите свое имя. Ну, наконец-то. Флаг у меня пускай остается, естественно, российский. И имя. Подтвердить. Чтобы знали меня враги в лицо. Так, это что у нас тут за хлыщ? Иди ты. Просто расстреливай. Это мистер Синистер. Слушай, это, по-моему, это не бот. Нифига, это уже реальные игроки. Какого меша? Так, прыжки. Когда стрелки Гамми далеко от оппонента, то они автоматически прыгнут в битву. В лучших традициях матрицы. Ты видел? Ай, блин. Да на. Лежать, я сказал. О-о, пуля такая, как будто изо рта вылетела. Так, ну что, пока очень даже неплохо идем. Так, осталось у нас 8. На. Папа-папа-папа. Есть. Ящерку мы тут с тобой запинали, Аэра. Слушай, а по-моему, все.
Нет, не все. Лучшие остаются. Прям в голову давай. Е! Лукас КБН. Отдуплился. Так, а теперь, наверное, один на один получается, да? Скорее всего, так будет. Возьми аптечку. Нужна ли она мне была? Финальный дуэль. Без ранга турнир. На, на, на. Я его застрелил, друзья мои. Я победитель. Пиверить-пиверить-пиверить. Танцуем. Ну, да, победитель. Без ранга турнир. Опа. 3000 бонуса. Победа в турнире с основным стрелком Гамми. Глянь-ка, что, а? Получаем мы с тобой. Так, 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 так. И стрельба в Кио Карале. Мы даже дальше проходим. А следующая награда — меткий выстрел. А тут, смотри, еще очень много режимов будет. А как вот, например... А, мне нужно... Секундочку. Ох ты. Сходите на уроки прищура мистера Иствуда. Что это такое? Ага, урон. То есть в голову у нас максималочка идет. А по ступням? Почему по ступням у нас нет прокачки? А? Скажи-ка мне на милость. Эффекты выбивания, брызги. А как это сделать? Сделайте дуэли веселее с этим эффектом выбивания и брызгами желе. Блин, я бы с удовольствием хотел. А как это сделать только? Празднование с конфетти, оригинальный. Используйте различные конфетти, чтобы отпраздновать ваши победы над соперником. Ты дышь. То есть это как-то купить надо, наверное. Ну-ка, сколько у меня денег-то вообще? Это мои, да, 572 монетки? Ну-ка. А, это за реальные деньги, оказывается. Не, ребят, так дело не пойдет. Револьвер. А что нужно для того, чтобы... Ага, разблокируется на уровне 2, я понял. А можем мне как-то улучшить револьвер свой, нет? Ох ты, получить. А, это темный металл. Это просто мы меняем самые красивые бластеры и лазерные пушки, которые только есть в галактике. Это просто скины меняются. Ты знаешь, я не гордый, я похожу и с обычным револьвером. Деньги я куда-нибудь на другое лучше потрачу. Так, осталось времени. Начальный набор профи. Вы, ребят, знаете, что мы играем по чесноку, никаких донатов. А вот это что такое? Выберите еще 5 стрелков Гамми. Начать квест. Немножко мне непонятно. Да, странно немножко. Ладно, давай-ка пока... Как мне вернуться обратно? Как мне вернуться обратно? Выйти Google. Не хочу никуда выходить. Качество среднее. Слушай, а я могу уже... Вот, ультра. Пускай у нас будет ультра-качество. Так, English. Тут у нас все по-русски. Включить приватность, оценка и наши игры. Это все, конечно, хорошо. Можно мне как-то... Вот, вернулся, наконец-то. Ну что, погнали. Револьвер оставляю. Ну, погнали. Оу-оу-оу-оу. Да. Ах ты! На, на! Матрица! Е! Вот так вот. С косточкой на голове улетел. Блин, у меня у самого здоровья. Посмотри, сколько оставалось. Опа! Фул ХП сразу же. Так, тут уже слишком рядом стоит. На! Бесщадно, ребята, расстреливаю. Че ты падаешь-то на ровном месте? А че патроны-то мои не долетают, ребята? Е! Кангури. Кангури-то это, оказывается. Ты-ты-ты-ты-ты. Мы такие довольны. Так, опять фул ХП. 16 нас остается. Канада. Ну давай, канадец. Рыцарь! Круглого стола, что ли? Просто не дали чуваку встать. А это что за цвет неожиданности детской? На! Ой, господи, бомби! Ну! Я прямо его в воздухе подбил. Блин. Ой. Ржать не встать. Так, ну что, у нас остается 4. Воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай-давай. Улетел еще к тому же. Шикарно. Морнин. Виски Морнин.
Итак, финальная дуэль. Против кого тут? Шведы, по-моему? Кто, финны? Нет, шведы, по-моему. Эй! Какая бочка еще тут вышла? Ну! Есть! Вот так-то. Будет знать, на кого наезжать, верно, друзья мои? Ха-ха-ха. Так, а что у нас? Никакого перехода не было, да? То есть мы должны, наверное, с тобой вот эти все звезды получить для того, чтобы перейти. Или подожди, что у нас тут? Меткий выстрел, нажми, чтобы продолжить. А-а-а, у нас открылась, ребята, дополнительная. Так, следующая награда — Лобстер Джим. Не знаю пока, что это, а вот меткий выстрел у нас появился. Совершите серию великолепных выстрелов, чтобы получить звезды. Чем вы быстрее, точнее, тем больше звезд получите. Получите все звезды ради хорошего бонуса. Револьвер. А что за хороший бонус? Куда я должен? В банке, да? Но что еще я должен подбить? Угу. Метких выстрелов. Один из трех. Зашибись. Копилочка? А, блин, как свинья, ты меня сбила с потолка. Я думал, надо было в нее стрелять. Нет. Тут, наверное, ага, два метких выстрела. Или что? Как тут еще надо? Что надо делать-то? Интересно. Так, два из трех. Отлично. А здесь-то что? Где банки? Я банок не вижу. Ух ты! Подбил, по-моему. Да, из меня. Что значит три из трех? Согласись, это не самый лучший вариант. Давай еще разок попробуем. Раз. Ах ты. Слушай, надо вот так делать. Ага. Очень тяжело метиться, ребята. Именно попадать тяжело. Вроде думаешь, сейчас попадешь, но на самом деле ничего подобного. Проверка. Есть. По-моему, все три из трех. Сейчас было бинго. Два из трех, зашибись. Так, а здесь вот, вот по баночкам, это вообще по бутылочкам. На опережение, ребята. Просто я запомнил, где они вылетают, и уже делал выстрел. Тут три из трех. Чуть-чуть не хватило. Но, тем не менее, мы проходим, видимо, да? Опа, Лобстер Джим. Следующая награда — аптечка. Я просто хочу, знаешь что, попробовать набить все звезды. Там же видел, очень много звездочек надо набить, и что-то тогда будет. Так, ПП. На, блин, бочка. Нифига ты. Стреляй его, со своим мороженым тут. Ква-ква-ква-ква-ква. Такой лобстер, действительно лобстер. Возьми аптечку. Блин, это за 100. Зачем я ее взял, если у меня было фул хп? Опа, смотри, где я нахожусь. А чё это? А так нечестно. Куда ты, блин? Гады, это сдохни. Не, ребят, это было нечестно. Меня за какими-то коробками там поставили. Он еще и бомбит. Значит, это все-таки реальный игрок. Всего одну звезду получил. Я буду мстить. Я буду мстить. Мне нужен уровень 2 получить для того, чтобы я взял дробовик. Вот с дробовичком я тут повеселюсь. Гаденыш. Так, я его зафигачил к чертовой бабушке. Так. Курятинка. Ух. Зашибись. Нави, это уже наш какой-то чувак. Блин, тяжело. Вот все звезды вот эти, ребята, я хотел набить. Но, видимо, мне не судьба, да? Погнали. Зашибись, он приметился, главное, мне в голову. Слишком спешим. Слишком спи... А он-то еще и не понял. А он-то еще валялся. Я вроде бы его как бы не убил. Опа, а здесь бутылки мешаются, да? Ну, есть. Пуделек. Выбил я из него душу все-таки. Ну-ка.
Ага. На. Да чтоб тебе, ну как он так быстро, а, ребята, делает, я не понимаю. Кусок ты говна, ладно. Так, что у нас тут? Неужели получаем? Аптечка. Угу. Погнали. 20 звездочек из 60. То есть нам еще нужно заработать 40 звезд. Как тебе такая перспективка? Есть, запинал я этого кролика. Фига там. С кубиками на животе. Кролик-атлет был. Ну ладно. А что вообще у нас какой-то... Это что там за... Ох, ё-моё. Давай, 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 вставай, вставай. Смотри, лежит, не встает, гаденыш. А как быть-то тогда? Стоим. Ах ты же чарик. Да почему я не мог? Почему я в него попасть не мог, блин? Здоровски, ребята. Я в него, главное, попасть не мог. Он встал, мне сразу в лобичек запулил. Обалдеть, блин. Так. Теперь мы там прячемся. Выскочи. Сейчас меня ушатает. Трэш. Прыгает как навозник какой-то. Почему их не ставят в какие-то там домики? Ну давай. Еще. О, еще какие-то кости тут понападали. Да на тебе. Да ты будешь в него стрелять-то в конце концов. Все, сейчас ушатает. А сколько Хусейн. Слушай, ну у него почему-то здоровье в разы больше, чем у меня. Вот я тебе серьезно говорю, я летаю, прыгаю. Блин, дробовик нужен. Как тут получить второй уровень? Объясните, пожалуйста, мне. О, ага, за коробкой стоит. Е, тут я ему, конечно, хорошечно в голову-то зарядил. Мистерио какой-то там. OXD. Так. Ну, погнали. Здесь тоже шикарно. Иди отсюда. Так, и нас осталось сейчас. Опа, уранок. Не поймаешь, главное, говорит, зашибись. Есть. Gold Spice. Кумарили. Ух, так, 8 осталось. Это какой-то гном. Давай, 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 я буду мать. Есть. Иди отсюда. Джем. Четверо. То есть полуфинал. Да ёк-макрёк, давай стреляй. Есть. Южанин один готов. Такой шериф. Типа, все нормально. А почему нам не... А, фул хп, все. Все, ребята, финал. Финалочка. Главное, не лопухнуться. Ну, есть! Маркоса отчедрючили, словно чучу. Будет знать. Фьюх, мы победитель с тобой. 300 бонусов. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Ништяк. Так-с. Аж до сюда дойдем, что ли? Красота. Так, а что такое видео? Профи. Ну давай видео. Аптечка. Опа, следующая награда. Игра с пушкой. Вот такие вот, друзья мои, штуки нас ожидает. 360, время. Как вот это сделать? А, смотри, выберите еще 3 стрелка Гамми. Видимо, у меня должны быть, что ли, эти стрелки. А для этого, наверное, нужно покупать этих. Да? Желешек. Мне кажется, что так это должно работать. Профи или магазин. Хм. А, получи стрелка Гамми бесплатно. А если я вот так сделаю? Вау!
ты смотри-ка, вот как оно. Вот, у меня уже 3, да, получается. Можно же еще, наверное, купить. 425. Вот они как получают. Понял, друзья мои. А следующий, наверное, еще будет дороже, да, стоить? 600. Ну, по крайней мере, у нас с тобой есть гамики. И теперь я, наверное, могу поиграть. Где же там это соревнование-то было? Вот. А ну-ка. Берем этого, к примеру. Этого и вот этого. Начать квест. И... А, так это мы как бы их отправляем на задание. Вот оно что. Выберите еще 7 стрелков. Все, я понял. Короче, ребят, когда они выполнят это задание, через сколько? Через 11 часов мы получим с собой 360 монет. Вот оно как работает. А сейчас я, наверное, не могу даже ни с кем поучаствовать, потому что у меня нет гамика. Или все-таки есть? Сейчас посмотрим. Есть у меня все. На, ой. Да чтоб тебе. Хороший пилит, блин. Пиков, там чуть-чуть нам не хватило. Говно. Неужели? Ребята, мы получили с вами второй ранг только что. Так, второй ранг. Значит, я, по идее, должен получить дробовик. Насколько я помню, там... А уровень 2 и ранг 2 это не одно и то же? Видимо, нет, да? Видимо, это разные вещи. Плохо, что это разные вещи. Я-то уж обрадовался. Так, ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этом закончим. Пишите свое мнение и комментарии про эту игру. Если вам понравилось, то обязательно увидимся еще в ней. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.